Чемпионат Европы среди молодежи проходил в румынском Бухаресте. В весовой категории до 81 килограмма борьба за медали велась как никогда активно. Основными соперниками Яркина были призер чемпионата мира болгарин Андреев и чемпион Европы итальянец Пиццолата, а также сильные атлеты из Армении и Грузии. В первом упражнении вперед вышел болгарин, одолев 163 килограмма. Пиццолата остановился на 161. Сочинец вырвал 157. В толчке, взяв 191 килограмм и 194 килограмма, Яркин закрепился на третьем месте, установив 4 рекорда России. 2 в толчке, 2 в сумме 348 и 351 килограмм. Мне кажется, это конечный результат. Надеюсь прогрессировать к чемпионату Европы среди мужчин, который будет проходить в России в следующем году. Нужно, наверное, 161 в рывке, то есть набрать там килограмма 4-5. И в толчке тоже килограмм 5 поднабрать. Но я толкал с запасом, думаю, мне еще удастся и больше результат набрать. Тренируется Вячеслав Яркин под руководством своего брата, старшего тренера сборной команды России Владислава Яркина. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящим чемпионатам России и Европы 2020 года.